вы услышите пять прелюдий из сочинения 11-го. Скрябин, так же как и Шопен, написал 24 прелюдии. И вот именно из этого опуса, из 24 прелюдий, которые также написаны в разных тональностях, точнее, я бы сказал, во всех тональностях, по одной прелюдии на тональность, прозвучит 5 прелюдий. Начнем с ля минора, потом, после ля минорной прелюдии, прозвучит прелюдия ре мажор, 5-я, потом ми мажорная прелюдия, затем соль бемоль мажорная и в заключение ми бемоль минорная прелюдия, закончит первое отделение концерта. Thank you.
Thank you.